Ну что, всем привет. Снова я на Ладоге. Сегодня уже 3 число, 1-2 за раз работал. Было не выскочить. Рыбу ловили, блин. А я работал. Ну не знаю, посмотрим. Думаю, должны что-то поймать. Народу, правда, уже по информации, конечно, приехало много поначалу. Ребята ловили практически одни. Ловили хорошо, а сейчас... Инфа разошлась, группы открытые, закрытые, без разницы. У каждого друзья, друзья друзей и так далее. Поэтому какая группа у вас, открытая, закрытая, разницы абсолютно не вижу никакой. Инфа расходится только в путь. В общем, все, сейчас подхожу к месту. Как обычно, отошел подальше от всех. Не хочу. Близко, много народу. Не хочу. Будем пробовать искать эхолотик. Все, взял. Сейчас ребята еще подъедут, знакомые, которые тут ловили. Так что думаю, что-нибудь получится. Даже сверлиться не буду. Сейчас на чужую лунку первую сяду. Все, начинаем. Так, ну что, первая луночка. Глубина тут что-то... Эхолот показывает в районе 2 метров. Странно, у меня последнюю рыбалку глючило, поэтому я не очень верю ему насчет глубины. Кто на меня в инстаграме подписан, те знают, что я стал блёсинги делать. В ютубе я еще это не говорил. Вот тут такую штучку сделал, похожую, постарался скопировать свой этот моралистик рабочий. Получилось, конечно, не очень, но буду разлавливать. У меня там еще есть блёсинки надел. В общем, буду разлавливать. Предыдущая рыбалка у меня была неудачная, но разловил сам отдельную марапетку. Вот. Поэтому очень рад, конечно. Вот сегодня попробуем моралистика разловить. Посмотрим, что получится. Да, глубина тут не 1,9. Это холод мне что-то стал врать. Глубина тут вон 1,5 метра максимум. Ну, посмотрим. Нормально блюсинка отыгрывает вроде. Как я люблю. Правда, как-то через раз. Да нет, нормально все. Ну все, рыбка если будет, я обязательно включу. Позвонили друзья, немножко подкорректировали мое перемещение. И вот какая, наверное, 3-я или 4-я лунка на первом месте. Сейчас была рыбка у меня первая, не успела включиться. Зараза хреново, что она у меня убежала в лунку. В лунке окунь сорвался и соскочил. Может, конечно, всех остальных распугать. Больше поклевок нету. Такой окунь, кстати, нормальный был. Пищевой. Блин, народу рядом много, перемещаться, конечно, негде будет. Сейчас обсверлят. Короче, надо будет что-то придумывать. Холод, что-то у меня сегодня вообще тормозит опять. Непонятно, что с ним. Ну что, я тут обрыгался. Ну, это, конечно, смех. Даже и на живца не поставить таких. 2 вот только можно, и все. Короче, пока как-то так ловим. Конечно, это не дело. Надо что-то делать. Куда-то смещаться, искать нормальную рыбу. Вот он. Головастик. Все на самодельную блесенку хватает. Приятно, конечно. Под самым льдом. Ну, это, конечно, смешно. Сейчас я отсюда буду уходить, потому что это, ну, что это за рыба? Ну что, ребята, наконец-таки раскачал я луночку. Вот первый кабан. Совсем неожиданный. Были уже поклевки, но все какие-то безрезультатные. Надеюсь, сейчас луночка качнется. Да, есть еще рыбка и хорошая тоже. Отлично. Народу сзади человек 5. Но думаю, могут помешать тоже заразы. Довольно близко, конечно, они увидят. Так, перешел я еще. Оп. Вижу по эхолоту, да, подошла, ну блин. Это, конечно, не то, что хочется. Ну да, больше я ничего не вижу. Щелбан.
А нет, кто-то еще стоит у блесны. Ну ладно, такая же мелочь. Руки замерзли, зараза, не слушаются. Блядь, руки замерзли, просто не могу ничего вытащить. Что-то с блесной стало играет, как-то непонятно. Снежок посыпал. Может, сейчас включит рыбку. Тут, конечно, мужики видят все, но ничего страшного, вроде бы плотно. Близко совсем не будут садиться. Хотя, блядь, близковато, конечно. Сейчас посмотрим, уйдет рыба. Уже поклевок нет. Да. Ну, вроде чуть-чуть подуспокоились и стали снова стало ловиться. Прям под самым льдом берет. Мелочи. Кабанчик. Блин, надо же так пройти, вот сзади идет. Почти по лунке, нахуй. Свернется так же. Да, включили рыбку. Слушай, ну тут у нас включило хорошо сейчас. Я ловлю, да. Ну вот, я тут лево. Да. Приходите, давай. Эх, иду
идут с толпой к нам людишки. Сейчас всю толпу переманят сюда. Руки на азарте затряслись, блин, как обычно. На той раздачке у меня так все, толком ничего и не было. Пару штук. Вот тут сейчас одного щелбана поймал, и поклевочка была. Не знаю, приведет это к чему, не приведет. Интересному. Маленький привело. Причем хорошая рыбка. Заглатывает сегодня. Не вытащить. Фига, парнишка сзади. Сига задрал хорошего, такую подкилушку, неплохо. Ох, у меня окушок хороший. Тоже пойдет. Сейчас нас, конечно, тут бромбят, он еще закричал. Все обернулись, и как раз я окуня достал, конечно, сейчас народ ломанется сюда. А вон уже все идут, слышу, сик, сик, сига поймал. Не знаю, зачем он, конечно, это крикнул, от радости. Нахолод черный весь, но непонятно, рыба это или что. Что-то он у меня в последнее время тормозит, то ли замели такой, неудобно. Глубина метр. Какой тут нахер холод. Я думаю, это рыба все-таки. Это берет только неактивно. Самым льдом поклевки просто.
самым дном. Ой, под самым этим. Под самым льдом. Все, буря вот по полной программе. Еще один пришел, вроде ребята нормальные, блин, устает. Блесенку видно, блестит, сыпется прикольно, кстати. Бонусы подъехали. Пора уходить. Все, закончили рыбалку. Вот такая кучка у нас получилась. Не ахти, конечно, но поклевки были, все хорошо. Опять хорошо сработала своя же блесенка. Вот такая вот, типа моралистика, скопировал, сам сделал. Это радует. Так что все, короче, погнали мы.